Всем привет, ребят. Решил записать вам видосик, так как ролю у себя, как видите, монетки. И, как видите, что я видел. Психощит за 3000 самоцветов, ребят. 3 косама, и у тебя 8 психощит. Вот такие вот магазины на английском сервере. И я считаю, это очень круто. 8 психощит. 8. За 3000 самов, это без скидки. Я даже просто, ну, честно говоря, офигевший. Но я вот за этим воюю. Ну, в принципе, с одной стороны, мне нет смысла на это терять. Я лучше камешки соберу. Но они что-то не выпадают. Посмотрим сейчас еще, что здесь интересное есть. Вот, наконец-то, камешки. Вот это мне надо. И опять еще один психощит. За 200. Офигеть. Вот это круто, ребят. Так, ну тут мы ничего не выиграли. Так, поехали дальше. В общем, вот так вот. Такие вот. Блин, больше теряешь, чем выигрываешь. Так, поехали. Ну, смотрите, 10 смен за 900 самов. Ну, я считаю, это реально подарок просто. Еще один психощит. Ну, я пока буду забирать, мало ли, скоро будут. Ну, вот, честно говоря, я немножко в шоке. Так, ну, давайте попробуем. Отлично. Ну, еще один психощит. Посмотрите, сколько я психощитов. Да, у меня там донатные попытки, все дела, но... Сколько я реально получил. Unreal просто. 4 восьмых психощита за каких-то там 10 тысяч самоцветов. 4 тысячи, блин, ну 10, 11, пусть даже 12 будет. 4 восьмых психощита за 8 тысяч самого. Ну это вообще crazy просто. Вот это да, вот это круто. Слов нет, просто поехали дальше по акциям, пробежимся, посмотрим, что там у нас есть. Так, здесь наем есть, мы уже наконец-то добавили речку. Так, что еще интересного? Так, 1 плюс 1. Кузница, покер матчер, аркада, lucky number. Так, ну это все неинтересно. Так, что на рынке у нас? Куча всего. Надо будет, кстати, позабирать потом скины на холл. 250, в принципе. Не, мне не хватит. Мне там немножко не хватит. Доберем. Вот для сравнения, ребят. Наш большой один пак на русском продают всего лишь 50 лазулей. Здесь продают 100, плюс 700 как кулаков, плюс 15, плюс скин, плюс еще возможность паролить и плюс новые мешки, где можно получить нового героя, питомца. Вот так вот. Питомца, к сожалению, еще пока не продают. Это тоже надо будет потом забрать. Ну, в общем, как-то так. Жестко, честно говоря, я в шоке. Давайте еще пробежимся по другим рынкам, посмотрим, что там есть. По всем сделаем опять очередной обзорчик. Как сложно играть с донатами без доната на русском сервере. Какое-то обновление. Какой-то апдейт делают. Понять, сервер недоступен. Непонятно. Я вроде все нормально запустилось. Что-то обновили. Непонятно что. Так, смотрим. Так, ну тут такое себе. Ну, все равно лучше, чем на русском сервере. Понятно. Так, что там, Розалину неделю добавили. Так, это мы ролили. Вчера показывал вам. Так. На
надо будет позабирать. Кстати, я еще не позабирал скины на остальные эти. Так, хорошо, поехали на русские. В общем, вот так вот, не знаю, Розалина мне нравится, в принципе, неплохой герой, есть нюансы, это не страшно, надо будет дотестить. Так, что на русском сервере? Улыбаемся и плачем. Вот то, о чем я говорил, ребят. Разницу, в принципе, видите, да? Там даже пофиг на те руны. Так, хорошо, Арделька бедная. Так, Розалин, да, набор базара супер, 1 плюс 1, ну, давайте посмотрим, что тут предлагают на русском сервере, 1 плюс 1. Сокровища замков, так, это понятно, с 30 по 9, отлично, открыли их, рулетка удачи, микрел. Сейчас посмотрим, что тут в рулетке удачи. Это не все отображено. Серия, ну, 8 уровень. Да. Так, хорошо. Поехали дальше. Фестиваль фейерверков. Посмотрим, что здесь падает. Ну, на английском себе четко зашел и 100% получил. То, о чем я говорю, что не надо там какие-то испытывать удачи и прочее. Тыква, стрелок, ледяной феникс, трифет, седна. Не добавили на русском сервере еще, к сожалению, нового героя. Сокровища замков. Ну, давайте сардельки заберем, начнем этот путь сардели. В 9 дней, блин, я задумался, надо мне этот скин, ну нафиг по сути не надо, что тут еще 4 дня, 500, ну я, наверное, яйца заберу, блин, 50 яиц, я считаю, фиолетовых причем, я лучше заберу. Так, окей. Тут на сардели интересного есть. Ничего, пока потом зайду, вам запишу видосик. Идем обратно на английский сервер. В общем, как-то так, ребят. То, что я вам показал, вы, наверное, немножко многие в шоке. Я сам немножко в шоке, сколько я раньше на русском сервере убивался, чтобы забрать 5-й психощит. У меня были все психощиты на русском сервере. Сейчас на это смотрю, и, конечно, смешно. Конечно, время идет. Но это реально, реально очень смешно. Так, давайте посмотрим, что там у нас по плюшкам. Так, давайте пооткрываем. О, 10. Трифит. Так, остальные я пока трогать не буду. 34, 50. Сундучки копятся. Руны опять копятся. Относительно, что у нас еще интересного есть. Ресурсы. 18 тысяч книг, но я уже столько слил. Опять скоро будет проблема у нас. Так, эти уже перешли в перелимит. В общем, надо будет ратушу докачать. И будем дальше трешивать с вами. Ну, не знаю, однозначно. Кстати, я их не открываю. Вот единственное, что питомца. Ждем питомца. Вот хочу питомца на максималке еще сделать. Очень интересно, думаю, для многих будет посмотреть, что же он все-таки может. Стоящий он, не стоящий, но я думаю, что стоящий, потому что реально герой очень-очень крутой. Так, блин, закашлялся уже говорить. В принципе, все, вечером уже прокачаю Розалинду на максималку и затестирую уже смотрителей с другим составом, которым хочу потестить, посмотреть, что же все-таки будет. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лепите лайк. Всем удачи, всем пока.